ребятки, мы приехали в Lowe's, и здесь видим модель Y Tesla. Первый раз я ее увидел вживую. Это она на 20-х дисках. Это новая, да? Long Range, да. А. Классная, классная. Мне нравится, форма такая классная. Да, мы хотим именно такую. То есть она больше, чем, да, модель? Да, она больше, чем модель 3. Ну, блин, слушайте, она выглядит намного лучше, чем она выглядела в... на картинке или когда была презентация. Диски офигенные, 20-е. Она выглядит намного пропорциональней, что ли. Ну, слушайте, и цвет мне нравится, и диски мне нравятся. А цвет нет, мне не нравится. Мне все нравится в этой машине. Я бы синюю хотела. Вот, так что вот такая вот мечта стоит рядом с Lowe's'ом. Ну что, ребят, как и обещали, берем вас с собой. Опять мы приехали в наш любимый магазин. Да, мы ждали примерно 2 дня моего заказа, да? Да. То есть мы сделали пикап-ордер, ну, чтобы забрать в магазине. Все было доступно, когда я заказывал. Но почему-то это взяло 2 дня. Примерно я понимаю, почему. Потому что это были выходные, и было очень много народу. Наверное, в общем, заказов много. Ну, и заказов много. Мы вот еще возвращаем то, что нам не подошло. И сейчас покажем, что мы взяли. 7. Мы выбираем. Что ты берешь, Паш? Это плайвуд. Это фанера, не фанера. Фанера, да. Называется? Фанера, да? Да, прессованная. Фанера. Вот будем из них делать эти ящики выдвижные. Нормально? Да, нормально. Вот так? Это 8, да? Подожди. Так, все, да? Им еще осталось взять краску. А, краску еще для них, да. И все, да, пока что? Видите, для чего нам нужна была пила? У нас много будет работы по дереву. Будем строить баню. Это наш еще один секрет. Секретная переделка. Это шутка. А хотя хорошая шутка, да? Так. Баню тоже можно построить. Так, походу мы сейчас из этого дерева будем брать, да? Да. Мы кое-что задумали. Да. Так, давай сейчас будем думать. Мозговой штурм. Вообще. Что, Марк? Что? Запилились? Закупились, запилились. Ну, ребята, переделка будет знатная, конечно. Руки будут болеть, да? Я надеюсь, что нет, кстати. Да, у меня же теперь пила. Потому что у нас есть пила, у нас есть шуруповерт, у нас все есть, все мы сделаем. Ребят, всем привет! Всем привет! Мы только что закончили снимать видосик на канал Дуболинки на кухне, так что если вам интересно, обязательно переходите по ссылке и подписывайтесь на наш канал с рецептами. Да, мы там готовим всякие разные вкусняшки. Сейчас только что готовили самсу, это было очень-очень вкусно. Очень, мы были такие голодные. Да. Снимать голодными это очень тяжело. Да. Но приходится. Вот такие жертвы мы идем. Ребят, посмотрите на эту красоту, которую мы сорвали. Отрезали просто варварским методом. Ну, не варварским, пила была. Не, мы пилу продезинфицировали, все сделали как надо. Это магнолия, если кто не знает. Здесь такие... еще один бутон. Такие цветы растут на этом дереве. Вообще магнолия бывает разных видов. Вы, наверное, видели не раз розовую магнолию. А вот во Флориде растет вот такая вот. Посмотрите, Паш, покажи. Какой огромный цветок. Он просто вот такой вот аромат. Просто сногсшибательный, поэтому принесли его в дом, потому что пахнет обалденно. И, кстати, сегодня я выложила фотографию в сторис, и мне девушка сказала, то, что она, когда была в Сочи на экскурсии, и экскурсовод сказал, что такую как бы историю про магнолии, что типа если в доме живет вредная теща, то нужно положить
перед кроватью букет с магнолией, и она уже не проснется. Черный юмор. Я не знаю, насколько это правда или нет, но я искала потом, я подумала, может быть, она какая-нибудь ядовитая. Я искала на английском, информации такой нет. Она не представляет никакой опасности, так что я думаю, что... Думаю, что все будет нормально, да. Мы ночь пережили, уже все хорошо. Мы сегодня проснулись, да. А еще у нас вот здесь изменения, ребятки, смотрите. Смотрим, раз, два, три, хоп, смотрите, вниз. Ковер. Кстати, мы вам еще его не показывали, но я, наверное, вставлю кадры, когда он нам пришел, помнишь, Паш? Да. По-моему, мы не показывали. Это вот второй ковер, который пришел в конце декабря, тоже фирма West Elm. Сейчас, наверное, плохо видно, потому что он под столом. Мы нет, решили... его, кстати, хорошо очень да? видно, да. Он такой тоже состаренный, как будто бы, знаете, ему лет 50, персидский ковер, который раньше на стенах висел, вешали, да. Да. В общем, такой ковер, мы решили попробовать поменять его серым, посмотреть, как смотрится. Он, в принципе, нам нравится, да, Паш? Да, он как-то заполняет пустоту, как-то вот так, хотя, можно сказать. Хотя, когда тот был серый, он придавал больше света. Это да, наверное, темнее, да. Да? Ну, как-то... Но он интересно смотрится. Интересно смотрится. Напишите в комментариях, да, как вам нравится этот ковер или нет здесь. Или белый все-таки был лучше. Ну, мы сейчас посмотрим, вот... да, я думаю, как вот полежит он немножко. Да, мы оставили, чтобы он полежал, чтобы глаз у нас привык. Упал на этот ковер наш глаз, посмотрим. В общем, мы еще не решили, где он будет, но пока что вот пусть пару недель полежит. Помните, мы вам рассказывали грустную историю про нашу? Да, как Паша мазал масло. В 3 утра, в 4 утра, да, или в 5, я уже не помню. Так вот, смотрите, вчера пришли новые ножи. Да, вот они. Сейчас раскроем, посмотрим. Это, как они говорят, replacement. Да. То есть, это замена. Так. Я уже даже не помню, если честно, как выглядит. Вроде тот же набор, да? Да. Выглядит вроде так же. По-моему, они спрашивали тебя, типа, вы хотите заменить полностью или один. Только один нож? Но мы сказали, мы хотим полностью, потому что, ну... Потому что вдруг они какие-то все бракованные были. И, знаете, сейчас один сломался, потом еще сломается. Та-дам! Круто? Да. Два набора. В общем, как оказалось, на них тоже пожизненная гарантия. Я думаю, поэтому нам так с легкостью их поменяли. Хотя, возможно, и не только поэтому. Тоже нужно будет взять, сделать фотографию. Отправить сообщение с фотографией и получим гарантию. Пожизненную. Пожизненную. Просто супер сервис в Америке, да, Паш? Вообще. Сказка. Здорово. Будем наслаждаться. Дальше мазать маслом бутерброды. Нет, Паша, не будем больше мазать маслом. Давайте заодно откроем еще одну посылку, которая нам пришла. Мы заказали фильтры, они у нас закончились. Фильтры для нашего холодильника, потому что здесь мы используем воду для готовки, питья, видите. Ну да, мы только пьем фильтрованную воду. Что нужно заменить? По-моему, раз в 3-4 месяца, да, нужно да? менять. Здесь у нас вот... все кончилось. Мы точно такие же покупали, наверное, год назад. Здесь может, три фильтра. Меньше. Сколько они стоят? Около $50 три фильтра. Смотри, ну зато каждые 6 месяцев нужно. То есть да. не 3-4, это ну, полгода. Ну как раз получается, мы полтора года живем в доме. Да, они кстати. Как раз закончились. Да. Давай покажем их. Ну, вот такие вот обычные фильтры. Вставляется прям в холодильник. Вот здесь специальная ручка. И все, питьевая водичка обеспечена. Так, ребятки, всем привет. Смотрите, мантоварка у нас здесь открыта. Да, кстати, у нас сегодня суббота. Я уже траву подстриг. Вот. Как вы думаете, для чего у нас здесь мантоварка стоит? Думаете, для мантов? Не угадали вы. Мантоварка у нас стоит для пельменей китайских. Рассказывай, Марин, что у нас здесь. Мы впервые, во-первых, решили сделать пельмени, потому что у нас есть вот такая вот штучка. Да. То есть очень удобно. Тесто готово, тоненькое, порезанное. Все, ой, ну что ж ты не отделяешься. Все это легко делается. Здесь у нас фарш. Говядину мы взяли, грибы обжарили с луком. Потом у нас есть сушеные грибы, которые мы просто замочили и порезали. Зеленый лук, капуста, кое-какие приправы, соевый соус. В общем, попробуем. Впервые будем делать. Да, вот такие вот пельмеши получаются. Давай, давай. Клади. Показать? Кладуй. Показать. Чтобы они слепливались хорошо, нужно водичкой вот так сделать. По краям. Да, конечно, да. Потом вот так берем. Раз. Два. Соединяем. Потом берем
палочку. Без палочки вообще не получится вот вообще. Это движение. Еще. Это все мочим. По-китайски сделано, видишь, без и палочки. Все на палочках. Все, готов. Ты-дым. Красота. Ребятки. Красотища. Красотища. Слушай, прям ровно получилось. Вообще красота. Класс. Скоро будем есть. Ну что, у нас все готово к нашему позднему обеду. Точнее, наверное, это уже будет у нас ужин. Вот такое вот китайское блюдо у нас получилось. Я надеюсь, что очень вкусно. Я тоже надеюсь. Сейчас попробуем. У нас сегодня понедельник, 4 мая. Нам пришла очередная посылка с раковиной. Мы подозреваем, что это та же раковина, потому что очень похожа коробка. Да. Это будет просто ржака, если это та же раковина. Ну. Ну, тут я уже вижу отличие. А, да? Да. Похожая коробка? Что здесь есть причиндалы. Возможно... Это другая раковина. Это другая раковина. Moment of truth, как говорится. Че? Не пойму. Я вижу уже треснутое. Где? Вот отсюда вижу, в угол треснутый. Да. Треснутая. В общем, ребят, это очень похоже на ту, но это, по-моему, другая, да? Да. Нет, это явно другая. Здесь хоть вот эти вот штуки есть. Ну, мы уже были уверены, что придет какая-нибудь испорченная, поэтому я думаю, что мы третий раз рисковать не будем, да, Паша? Да. Эх, зря прождали. Сколько примерно? Дней 10, наверное, да? Да. Ну ладно. Ну коробка так похожа, как будто они переложили сюда. Да. Опять быстрая, супер быстрая распаковка. Очень быстрая распаковка. Паш? Что? Ты как? Купили. На Фейсбуке, да, ты? Да, Фейсбук. Что, все работает? Все работает. Да, он использованный. По нему видно. Им, скорее всего, пользовались один раз. Что-то красили. Да? Ну и сдали. Угу. Человек также перепродает. Вот как ты узнал, что он работает? Воткнули, да проверили. А, все. Да? Все насадки, все есть, все внутри. Инструкцию даже, по-моему, не распаковывали. Ну, видно, что они распользовались и все. Ну, главное, чтобы он работал. Да, он работает, мы же проверили, воткнули его. Ну, а мы готовы к покраске. Смотрите, что мы сегодня приобрели на Фейсбуке. Вот такая вот вещь. Wagner Flexio. Flexio. Это распылитель или пульверизатор. Да, наверное, пульверизатор. Вот это модель 4000. Мы долго думали, на самом деле, читали, как красить. Кто-то кисточкой, кто-то валиком. Но профессионалы рекомендуют пульверизатор. Да. Поэтому мы решили все-таки раскошелиться. Но, если честно, мы купили с очень хорошей скидкой. В общем, в магазине он стоит $200. Мы купили за 80. Вот. Здесь идет две насадки. Вот одна из насадок. Это насадка номер один. Так откручивается. Сюда заливается краска. И можно распылять. Для детальной краски, по-моему. Ну, для маленьких проектов, таких как... кухонные шкафы и все да. такое. Там есть большая еще, да? Да, вот она здесь, кстати, мы сегодня пробовали уже. Вот. Вот так выглядит уже большой пистолет. Здесь у него разные настройки. Он от 1 до 12 настраивается. Здесь большая струя, тонкая струя. Еще разбираться надо, да? Да, пошли. Еще, по-моему, либо вдоль, либо поперек. Делает. И вот здесь вот целая бандурина. Здесь по давлению регулируется, минимальное, максимальное. Вот такой вот шланг. Просто подается воздух и распыляет. Очень удобная вещь. В общем, ребята, мы надеемся, что нам это ускорит, конечно. Должно ускорить. Это обязательно ускорит, да. Здесь покраску. Даже, кстати, написано, что покраска стены 5 минут, покраска террасы 2 минуты. Ну, это, конечно, они прям, я бы сказала, сократили. Да. Это было написано, я здесь читал, то есть в 12 раз
А, вот, в 12 раз быстрее, чем щеткой красить, либо валиком. Мы готовы, покраски. Но цвет еще не выбрали. Да. Так, ребятки, всем привет. У нас пришла посылка очередная. Посылка пришла. Посылка относится, кстати, к нашей переделке, которая уже идет. Мы все снимаем. Обязательно все вам покажем. Вот. Это будет отдельные видео, блоки видео даже, наверное, в которых мы будем уже делать и показывать переделку. Давайте распакуем, посмотрим, что у нас здесь. Заказали мы примерно 2 дня назад, да? Ну, 2 или 3 дня назад, да. С того же сайта, который мы уже рассказывали. Да, Crate & Barrel 2. Crate & Barrel 2 бумажки. Мне так интересно. Отложим. Так, ой, я испугалась, я думала, они такого цвета больше. Вообще капец. Так, да. Ну здесь какие-то вот раз коробка. А, это вот. А здесь вот такие вот еще. Еще что-то, окей. Что здесь? Я думаю, что это часть этих ручек. Просто. Наверное. Да, похоже на ручки. Это у нас ручки, которые будут крепиться к нашему кухонному гарнитуру. Новая фурнитура. Получается. Новая фурнитура, да. Блин, какая такие красивые, они. Ребята. Классные, конечно. В общем, смотрите, мы решили продолжить тему гексагонов. Вот такие они классные, нравятся? Да, мне цвет очень нравится. Ну, когда пощупаю. И они тяжелые, то есть это не полая. А, ну, видно, что она прям качественная. Да. Такое, ребят. Мы тоже попали на скидку. В тот день, когда мы решили заказывать, неожиданно. Вообще супер качество, мы очень довольны. Обязательно ссылки, да, оставим? Да, ссылки оставим. Называется этот цвет Brass, Gold Brass. Ну вот, смотрите, и мы уже такие вам показывали, те, кто смотрел наше видео, где у нас такие будут ручки. То есть мы решили также продолжить вот эту серию ручек, которые у нас есть на шкафах на серых. И они у нас будут уже на нашем кухонном гарнитуре. Так, здесь у нас вот рамка на включатели-выключатели. То есть мы будем переделывать американские включатели-выключатели на европейские, такие широкие, большие. И для них есть специальные рамки, также продаются на этом сайте. Такой же цвет, да? Цвет точно такой же. Вот здесь он, кстати, очень красиво смотрится. Вот такая одна, американского типа. Почему американского типа? Потому что мы будем ее оставлять, потому что мы не будем менять включатель-выключатель, это будет включатель-выключатель для нашего диспозала, то есть в раковине, которая штука перемалывает все. Мы решили, что пойдет такая, да. Не стали заморачиваться. Ей будет удобнее, кстати, оперировать. Да, мне тоже так кажется. Так, ребят, мы сейчас не нашли остальные. Обнаружили, что не хватает у нас для розеток. Розетки не пришли, но это, скорее всего, придет уже следующие посылки. Они, видимо, в двух частях отправили их. Видимо, да. Здесь вот точно такие же гексагоны ручки. 6 штук идет в каждой коробке. И здесь, в этих коробках, идут также гексагоновые ручки. Окей. Будем ждать следующие посылки, так что оставайтесь с нами, все покажем. И, кстати, мы еще не определились с раковиной. Вы, наверное, видели, что пришла вторая раковина, и она была тоже лопнутая. В общем, сейчас думаем, будем ли мы вообще переделывать раковину или нет, и будет ли это тот же цвет, если мы будем переделывать, и та же конфигурация. В общем, думаем. Ну и также нам нужно будет заказать сегодня плитку, которой мы будем менять фартук на нашей кухне, ну и все прилегающие к ней инструменты, да. Ребята, смотрите, у нас кто на прогулке. Деловой такой. Куда ты, куда? У него свои, видимо, ходы. Все проверить надо. Все соседи свои. Пошли, пошли. Угу. Как собака, да, Паш? Вообще. Все проверить надо. Ну что там, Цезарь? Коты ссали, наверное. Он так смешно ходит. Трава, наверное, колючая, Паш. Да? Цезарь, Цезарь. Подожди.
ребят, смотрите, у нас там есть цель. Охота. Охота пошла, да. Все, цель, нет, туда не побежим. Вот тут сейчас как рванешь. Ну пойдем вот сюда посмотрим, что здесь у нас. Цезарь, надеюсь, крокодил сейчас никакой не выскочит. Надеюсь. Ну, вообще мы не видели. Смотря кто кого еще съест. Ну да. Вон там еще три зайца. Ну нет, туда мы с тобой не пойдем. Тем более ты на муравьев наступил, балбес.